Здравствуйте, друзья! Рекомендую досмотреть ролик до конца и написать в комментариях, кто узнал себя. Правда, там есть не все, просто потому что YouTube. А у нас тут знаменательный повод – 1500 подписчиков за 2 года существования канала. В самом начале я пытался двигаться во всех возможных направлениях сразу. Это и автотематика, и путешествия, и еще другие темы. Но как посоветовали спецы и хорошие люди, двигаться на YouTube стоит в одном направлении в рамках канала. Как вы знаете, выбор пал на моделизм. К чему это все? Выражаю свою благодарность всем подписчикам и зрителям этого канала. Спасибо! Благодаря вам канал пришел к тому, чем он является на данный момент. А моя задача скромна – и дальше радовать вас неожиданными проектами и про старое не забывать. Спасибо всем, удачи, пока!